Мои девочки. Мои девочки. 60-х это был наш единственный шанс остановить фюрера. Ключ открывал двери в другие места, но однажды исчез. За вами был хвост? Вряд ли. Нацисты стараются сюда не спускаться. Пап, ты разве у них не в плену? Нет, солнце. Я сам пришел сюда, чтобы вновь открыть дверь и починить то, что сломал. В смысле? Что? Что именно ты сломал? Весь мир, Софи. Пап, да ты че? Ты убил Гитлера? Гитлер создал устройство, которое включилось в момент его смерти. Этот мудак хотел устроить конец света. Макс это первым заметил. Внезапные погодные аномалии, жуткие грозы, ураганы, ливни. Почему ты нам не сказал? Сет провел расчеты. Вывод был один. Наш мир скоро станет непригодным для жизни. Я понял, что должен найти его. Когда Сет умер, я пришел сюда. Французская нацистка хотела использовать меня в своих целях. Но я ее раскусил. И нашел это. Так давай, пап, открой дверь. Не получается. Почему? Я действовал по инструкции Сета. Но дверь была закрыта. И кое-что заставило меня усомниться в реальности. Па, о чем ты говоришь? Есть другое измерение. Одно из сотен. Оно отделено от нас гладью пространства и времени. И там... Что там? Там другой мир. Где... Все хорошо. И там у вас другая, нормальная жизнь. Это чудесный мир. Совсем не такой, как наш. А этот гребаный мир обречен. Из-за меня. Это какой-то бред. Ты как-то сказал мне одну вещь. Напомни. Пока мозг занят лишь прицелом, все твои чувства в отключке. Помнишь? Ага. Теперь ты прекрати смотреть в прицел и оглянись вокруг. Каким бы ни было то измерение, мы сейчас в этом. И мы, блин, сделаем так, чтобы тут жилось не хуже. Как в свое время сделал ты. А вдруг уже поздно? Тогда будем драться. Вместе. От Сета. Охренеть. Фокусирует энергию других измерений. Что там? Джесс, повернись. Кажется, это где-то здесь. О, где? Что это за хрень такая? А? Теперь ты будешь валить нацистов пачками, детка. Пачками. Убейте Бранта, пока они на земле. В небе мы их никак не остановим. Ты разве не с нами? Нацисты бросят на вас все свои силы.
Я останусь и задержу их. Ступайте. Готов, Кеннет? Получше, чем ты, Артур. Стухни, безмозглая. Как же. Овца. Tut mir leid, General Messer. Was haben Sie gesagt? Sind wir soweit? Jawohl, Herr General. Wir haben den Siegturm gesichert. Sie können jetzt den Angriff auf Berlin einleiten. Mit Vergnügen, General Brandt. Heil dem Vierten Reich. Heil dem Vierten Reich. Ah, es ist so schön, zurück zu sein. Ich habe mich auf dich verlassen, Julie. Was? Du solltest sie außer Gefecht setzen. Und du hast versagt. Mein Liebling, wir haben es geschafft, oder? Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie demütigend das war, von drei minderwertigen Jugendlichen überlistet zu werden? Luther, diese drei verwöhnten Schlampen auszunutzen, war die einzige Möglichkeit, sich des Generals und der Überkommandanten zu entledigen und ins Labor X einzudringen. Ich habe hart für meinen Traum gearbeitet. Beinahe sind wir am Ziel. Und fast hast du alles zunichte gemacht. Luther. Halt die Klappe! Du liebst mich aber noch immer, oder? Dreimal darfst du raten. Nein. Soldat, den ersten Aufstieg einleiten. Jawohl, Herr General. Die Geschwister Blaskowitsch sind in Anmarsch. Verdammt nochmal! Jawohl, komm, bereit mal an, Juju. Stell dich vor die Tür. Ist das sicher? Ich gebe dir Rückendeckung. Lothar, ich meine... Stell dich vor diese verdammte Tür! Эй, Софи, ты бы в другом измерении что делала? Я написала бы свою первую книгу. Ну и о чем? О двух сестрах и их приключениях. Охеренная будет книга. Ясное дело. А ты? Гуляла бы где-нибудь в полях. Где солнышко светит, ветерок дует, вокруг куча зверья. Радовалась бы жизни. Твою мать! Thank you.
Эбби, больше никогда так не делай. Чё это? ФБР-то не справилась бы. Чёрт. Слушайте все! Мы сорвали планы по созданию Четвёртого Рейха. Но это всего лишь отсрочка. В одиночку нам не справиться. Нужно искать союзников по всему миру. То есть, значит, ты нас бросаешь? Пока мы в отъезде, вы остаетесь за главных. Мы справимся. Не вопрос. Нашим девочкам все по плечу. Черт, это точно. О, да.